Кабадастр на четвертом аду. Вступление играется так. Первая струна на девятом аду. Потом вторая на девятом аду. Вторая на десятом аду. Вторая опять на девятом аду. Мизинец ставится на вторую струну девятый лад. Указательный на третью струну шестой лад. Играется вторая струна на девятом аду. Потом третья на шестом. Потом вторая открытая. И все выглядит так. Мизинец ставится на третью струну 8 лад. Безымянный на четвертую струну 7 лад. Указательный на третью струну 5 лад. Средний палец на четвертую струну 6 лад. Безымянный на третью струну 6 лад. Три раза играется. И все выглядит это вместе вот так. Играется два раза. Дальше уже играется сложная часть. Самая сложная в этой песне. Выглядит она вот так. Тоже 4 раза можно сыграть. Как она играется? Опять ставится безымянный палец на первую струну 9 лад. Играется одновременно первая струна 9 ладу, открытая 5 и удар. После этого играется вторая на 9. Дальше играется вторая на десятом вместе с щелчком. Опять играется вторая на девятом. Дальше ставится мизинец на вторую струну 9 ватт. Указательный палец на третью струну 6 ватт. Ну, как в основной мелодии. Играется одновременно вторая вместе с пятой открытой и ударом. Играется третья на шестом, тоже с ударом, но без басовой струны. То есть все вместе. Дальше идет открытая вторая струна вместе с щелчком. То есть дальше идет один просто удар. И следующий удар идет вместе с третьей струной на восьмом ладу и пятой струной на пятом. Потом идет четвертая струна на седьмом ладу. Дальше идет третья струна на пятом ладу и с щелчком. То есть дальше идет четвертая струна на шестом ладу и третья струна на шестом ладу вместе с ударом и басом. Дальше идет просто третья с ударом. И дальше идет третья с щелчком. То есть все вместе.
весь можно по струнам, щелчком, вместо последней. Вместо последнего раза третью с щелчком извлекать можно со струнами пониже. Вот и вся сложная часть. Дальше идет припев, так сказать, или как это назвать, даже не знаю. Но выглядит это так. Ставится аккорд М, играется одновременно пятая открытая вместе с ударом. Дальше идет щелчок вместе с ударом по струнам, то есть дальше идет возврат по струнам пальцами. Дальше идет два удара первый удар идет просто, а второй уже с 5 открытой пятой, то есть дальше идет просто щелчок. Дальше идет одна опять пустая. То есть, тьфу, блин, дальше идет простой удар. Дальше идет с открытой пятой и сразу зажимается указательным пальцем на пятом ладу. То есть дальше идет, ну, отпускается палец, идет опять щелчок с ударом по другую сторону и зажимается аккорд АМ. Дальше идет просто два удара и щелчок вместе с... Не просто щелчок. И вот и все. Или в конце есть щелчок, где два пустых удара, и щелчок можно его заменить на... удар по струнам безымянным пальцем. Поискать места можно идти по жилеты. Ну, так красиво просто будет. Вот и все. Если что непонятно, запилю табы. Они уж не делаются. Вот. Блин, 100 подписчиков, это вообще круто.